Пять уральских семей этой ночью остались без крыши над головой. Их дома уничтожил крупный пожар. В селе под Нижним Тагилом выгорело пол улицы. Огонь легко перекидывался с одного строения на другое. Дома и дворовые постройки были расположены вплотную друг к другу. Дотла сгорели 5 частных домов. Их пожарные тушили несколько часов. Сперва по непонятным пока причинам загорелся один дом на улице Октябрьская. Из-за плотной застройки пламя за считанные минуты распространилось на соседние постройки, а затем и на другие дома. С огнем боролись 9 пожарных расчетов. Из горящих зданий удалось вынести газовые баллоны, поэтому взрывов не было. По словам спасателей, в общей сложности площадь пожара превысила 350 квадратных метров. Только чудом никто не пострадал. Погорельцы сейчас размещены у родственников, а пожарные выясняют причины ЧП. По предварительной версии, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц, но это предварительная версия. Сейчас на месте пожара работают пожарные дознаватели, они выясняют все обстоятельства случившегося.